рушники. И еще это типа цимбал. Как это называлось, музыкальный инструмент. Это все они свинцы. Ребро, най. Работа мастера Густа. Ай, работа качаю, не хочу. Скрипка. Одна, это вторая работа Госдока. Это цимбалы. Это цимбалы. Это типа баянчик. Такой, в общем, рот это без. Рот баянчик. А вот это трендель. Различный. Величины, величины, величины. Красиво. Рога. Дуда, вот он, дуда, 20 век. Архивский мир. Басоля называется, но это виолончель. Как виолончель. Басоля. Она, по-моему, крупнее, чем виолончель. Она крупнее, потом тут три струны, в отличие от виолончели. Четыре. Такое своеобразное звучание. Это на самом деле нечто. Да, басоль еще одна. Смычок еще интересный, такой короткий. Басоль четырехструнная вот здесь, 20 лет. Это опять, наверное, это все первый цимбал. Цимбал, да, все. Это цимбал. Цимбалские такие шеи большие. Ну, у нас типа, как бы, в России есть. Женщина уже в летах, вот где девушек. Это вроде свадебный, но это больше похоже на словацкий даже. Да, есть много общего, в смысле даже соотношение цветов, вот это, и вышивки. Да-да, есть много общего. А то 100-102 это для женщины, для меня это самое. Это мадьярские. Да. Да. Но вообще-то очень много общего. Я была в музее в Братиславе, в Праге, очень много общего. Костюмы похожи, действительно. Мы тут по соседству тоже. Вот это румынские ансамбли, вот это румыны, вот это со своими шляпами. Да, это румынские костюмы. Это очевидно всякие, так сказать, на голову женщины. Свадебные, да? Свадебные. Это самое пройти, даже не понимаешь, что это такое. Ага. Ну да, это свадебные. Это свадебные.
украшения носили женщины, наверное. Всякие такие. Из бисера, конечно. Из бисера, да. Очень. Переченский район. Это у нас наш образ граничит с четырьмя государствами. Ну да, и все влияние всех государств фактически. Вот Переченский больше вот немножко к словакам ближе. Словакам. Да, вот это сочетание. Виноградовский крен драматургии. Это ж, боже мой, Хуста, это третья столица Украины. Вы не с Украины сами? Нет, мы из Москвы. Дело в том, что я сама с Хуста родом. Я вот училась в Ленинграде. Приезжаю, один раз у меня спрашивают, что твой язык, а какой город? Я говорю, такое я не слышу. Ну, все-таки скажи. Я говорю, ну как не знаю, это ж третья столица Украины. Это ж когда-то борьба за самостоятельную Украину была. А, это был центр. Он отсюда 100 километров. Вот сейчас мы там карты не смогу поговорим, может посмотрим. Где-то посередине этим. Области. Глобы были тут, это вот, по-моему, мне вот это вот, как Лени Павела, жена его была, когда она предсказывала этому городу еще будущее. Еще. Может быть, кто знает. Это очень красивый коврик. Это же вот дома, это тканы, да, такие? Да. Очень красивые. Да, видите, какие вышивки замечательные, тончайшие. Да, и самое интересное, вы знаете, я работала когда-то там в Есенях, вот после школы там где-то. Вот сидит девчушка моего возраста, да, вот, она берет просто вот так вот счет без, из памяти, вот эти все орнаменты, вот, она низиной вот так черным вышит, а потом заполняет, уже сама выбирает, какой ей этот самый цвет. Фантазия. Да, фантазия. Но у них был какие-то разработанные, каждый район, каждый это сам, потом девушка имела, если она девушка, у тебя один узор, если ты уже замужняя женщина, у тебя уже другая, они поэтому определяли. Солявский район. Гребни какие. Гуня, Петер. Солявский тоже район. Что, фотографировать нельзя? Фотографировать одни фотографии. Красивая узорная вышивка бисером. Просто прелестная.
замечательный тип деталей. Самое главное, конечно, своими руками. Посмотрите, какая ажурная работа и красивая. Да, очень красивая. Такие работы. Да, детали камень, такие пячки угольки. Да, это там украшающие вот эти. Да, 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 вот это вот замечательно. Значит, там их убрали природу закопать. Да, да, вот сейчас все вот это смотрите. Я не знаю, почему это. Живая картина с щучьими. Хорошо сделано. Очень травянистые растения дубовых лесов. Ядра. Это буковый лес. Какая-то очень интересная, как сова. Я носила в Риховце. И все своими руками делалось. И те тарелки, да? Все. И все это, и шитье. Они, бачите, печь топили, пекли, готовили. Спасибо. Журавель, так называемый, колодец. Опускалось ведро. Предметами, с наковальней. Что там прибудет? Я бы еще там сроку делал. Очень интересно. Там внутри деревянная скульптура. Черная деревянная скульптура. В Польше такие много такой скульптуры. Красиво. Литье. Здесь интересные.
пожалуй, более узорная она. Очень красивая церковь. Была построена в 1777 году. В 1974 перевезена в Ужгород, где установлена на территории Закарпатского музея народной архитектуры и быта. Храм представляет собой образец классического соединения народной архитектуры двух стилей – шатрового и барочного. Срублено с дубовым брусьем, покрытый лебедком, состоит из двух прямоугольных кругов, малых, которые находятся в храме. Руи всякие. Колинка маленькая, для питья, очень красиво. Не любим. Тоже зелень. Такое подворье, в общем. Это подворье. Даже музыкальные инструменты. Бандуры, типа бандур, цимбал таких. Что там было? Это там держал скот. А, там скот держал. Если я успею, если я им дозвонюсь, тогда они перейдут уже на следующий день. Ну это вот такие вот маленькие. Вот такие вот они по $8.
доллара. Это 41,50 рублей, он стоит 15 долларов. А вот эти, да, это мешочек, да, для картины. Такой мешочек. Сейчас станьте так, да. Они здесь
Нет, мы не подъедем к замку. Это надо на гору, если машина на такой пойдет. А там нет? Сказать костыль бы дали. Ну что, как? Ну сейчас вы на день, да? Оля, ты если хочешь, иди с ними. Не пойду, я была в замке, не иду, у меня ноги болят, и никуда не пойду. Андрей. Thank you.
красивое место. Чего скажешь? О, звонят, Николай. Красивый замок. Вот такие листья. Наверное. Мощные деревья, мощные корневища. Хорошо.
сколько электричка, не знаю. И на нем грибы огромные. А что это такое за дерево? Платан или граб? Красивые здесь места. Простора много. Скал. Очень красиво. Все вот отроги. Красивые. Таня, как ты так? Ну, это, как я тебя, Люда, мать его, она вообще сказала мне, что она никогда не будет. Она сказала, что она вообще на дачу не ездит, на нее не интересует. Да, она просто ленивая. Сейчас я... Да, работа очень много. Вот когда мы не приезжаем,
помидоры выбрасывать надо. Ну, это ужас один. И нет никогда покоя. Нормального нету.